Эвакуированные жители Донбасса, старшеклассники Александр Супенко, Люба и Стас Коровкины после приезда в Московскую область разместились в городе Клин, а в минувшее воскресенье стали гостями Одинцовского округа. Волонтеры провели для ребят экскурсию в парке Малевича. Они смогли покататься на коньках. Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что все трое уже приняли решение вступить в ряды волонтеров, чтобы помогать прибывающим в Подмосковье землякам.